Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Journey, то есть это путешествие, В последней серии мы прошли через очень темное и страшное место, в результате мы оказались около подножия горы. Сейчас нам нужно двигаться дальше. С нами все так же наша подружка, которая ходит... Я не пойму, то ли это живой игрок, то ли это NPC, то есть компьютерный персонаж, который помогает нам. Но как бы там ни было, я к ней уже довольно сильно привязался. И, собственно, давайте смотреть. Тут у нас снег. По снегу мы еще не бегали. Да, гора совсем близко. Блин, насколько красиво. Прям как Великая Китайская стена там. Посмотрите, у меня уже весь халатик в снегу. Ой, опять эти твари. Нужно быть осторожным, значит. Так, подружка, погоди. Ты куда хочешь? Там только сюда дорога. Нужно быть осторожным, потому что эти твари, кажется мне, что все-таки могут нас убить, хотя я не могу быть в этом на 100% уверен. Так, нет, ничего. Судя по поведению, вообще это... О, какая метель поднялась. Это все-таки живой игрок. Зарядим ее. Ой, опять задуло. Ух ты, посмотри, назад сдувает. Блин, давай прячемся за угол, сейчас нас сдует это. Давай быстрее. Ой-ой-ой, опять задувает. Ой, просто невозможно. Может, нам не сюда идти? Может, нам, скажем, вон туда? Хотя, скорее всего, нет. Там, судя по всему, тупик. Да. Так, ну нам получается только туда идти. Так, подружка, ты где? Ой, ты посмотри, какая вьюга. Возможно, мы идем... Ты смотри, она уже далеко пробралась, так что это я просто что-то растерялся. Встанем вот тут, чтобы нас не сдуло. Ой, какой дубак. Представить страшно. Все, побежали. Так, опять сдувает. Стоим, подождем, пока вьюга пройдет. Блин, геймпад аж вибрирует. Такой мощный поток воздуха. Вот сейчас, вот, кстати говоря, проблема. Смогу ли я добраться до этого дальнего камня? Давай, 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 давай. Уф, успел. Вроде как я выбрал правильную тактику. Подружка, конечно, уже убежала, но... по крайней мере, мы продвигаемся вперед. Бросила нас, просто бросила. Проходит метель. Пора бы уже и честь знать, уважаемые. Ой, нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Такой сильной вьюги у нас еще не было. Давай, 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 давай. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть.
просто не могу туда пройти. Может, я что-то не так делаю? Ой-ой-ой-ой, давай, 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 давай. Ну, подружка, ты смогла? Ой, вы посмотрите, что творится, вы посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Уф, так, подождем маленько, надо прийти в себя. Что происходит? Может, мне не оттуда нужно идти? Больше вопросов, чем ответов. Эта вьюга не думает прекращаться. Подружка нас бросила. Я не могу вперед двигаться вообще, видите? А во, смотри, стихло. Ты посмотри. С чем это, интересно, связано? Я вообще не пойму, с какой периодичностью эта вьюга начинает бить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну мне по-любому туда нужно идти, тут других путей нет. Давай, 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 давай. Ох, устала, устала девочка. Ничего, сейчас дойдем. Новый приз, чудо. Интересно, за что? Ой, не успеем. Не успеваем. Не успеваем. Ах, жаль, подружка ушла уже. Ладно, придется в одиночестве продолжать путь. Возможно, мы ее догоним. Но как бы там ни было, двигаемся вперед. Ты там как? Замерз? Сейчас отогреем тебя, дорогой. А как, и отвезешь меня куда-нибудь, нет? Да я знаю, я тебя тоже люблю. Не уходи далеко, а то мне одному скучно становится. Ой, опять эта тварь. Какие? Прячься. А как я уже спрятался? Молодца, шарит, это я только вперед иду. Тихо, аккуратно. Так, только не поворачивайся сюда. Лети куда летел. Напоминает Скайрим, да? Подъем к глотке мира. Вот если бы в Скайриме был такой снег, представьте. Давай, 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 опять задувать начинает. Но мы, похоже, уже дошли. А здесь у нас прям натурально седобороды обитаются. Там на горизонте летают непонятные зверюшки. Так, что это такое? Ох, красота-то какая. Погреемся маленько. А, выше надо, понятно. Угу. Довольно темно, поэтому плохо видно, но тем не менее. Так, и что тут все? Тут, похоже, больше ничего нет. Придется двигаться дальше в мерзлоту. Тут, конечно, очень хорошо. Ну да что поделаешь. Надо двигаться дальше. Блин, насколько уютно было в начале игры, насколько неуютно сейчас, да? Это офигеть просто. Ткань просто заледенела. Давай размораживайся. Нет, она быстро замерзает обратно. Ну ладно, свою задачу она выполнила. Ну-ка, подожди. Подружка! Ты где была? Куда девалась? Блин, какой у тебя шар длинный.
Я буду в тебя греться. За твой шар буду держаться. Это посмотри, мы не сможем это сделать. Офигеть. Ну блин, ну в какой игре еще такую видишь? Я просто не знаю. Это офигеть, по-моему. Так, по-моему, надо прятаться, нет? Да. Лучше бы ты спряталась, подружка. Или нет? Ну ладно. Ох. Ой-ой-ой. Тихо, куда ты пошла? Может, тебя сейчас заметят. Так, ладно. Надо маленько прийти в себя. Куда-то вон туда идем. Ой, в нашу сторону летит скотина. Давай, держись, дорогая. Ой, давай. Блин, какая тут жестокая вьюга. Нас, по-моему, видят. Так, прячемся. Погреться маленько. Все, погнали. Погнали, дорогая. Я совершенно не представляю, куда мы идем. Куда-то идем, короче говоря. Ой, со спины какие нехорошие звуки. Так, нам будет лучше идти к этим домикам, если что, можно будет в них спрятаться. Хотя, как показывает... Тихо, давай. Как показывает предыдущая серия... Ой, вот лучево. Поисковой. Прячься. Все, погнали. Ой-ой-ой-ой. Нам он туда, скорее всего. Так. Нет. Жаль. Давай быстрей. Уф. Так, куда нам идти? Я думал, сюда будет лучшим решением, но пока. Ой, тихо. Или туда? Ну, как скажешь. Блин, а почему я летать не могу? Мне тоже нужно было отогреться маленько. Так, подружка, сидим, отдыхаем. Тихо, это было опасно. Да, побежали. Побежали. Фу, вроде выжили. Фу, молодца, обожаю. Нас никто не поймает. О, наши друзья. Ткань моментально замерзает обратно, по-моему, нет? Или мне кажется? Вот красота! Ч
ничего, сейчас отогреем это место. Не волнуйся. Блин, я тоже хочу такой шарф. Прикольно же. Волочится по земле. Блин, какая музыка, какая красота. Держи себе тепла. Пришли к какому-то храму. Вообще кошмар какой-то. Нужно быть очень осторожным. И лучше бы не падать вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Держись. Хватайся зубами за мой шарф. Мы сможем. Ой-ой-ой, надо было упереться там. Ой-ой-ой, давай. Бежали быстрее. Вот за это надо упираться. Держись. Ох, какие задрогшие. Так, бежали. Давай. Ой-ой-ой. Не успел я завернуть. Что мы сможем? Самое опасное вон там, там нет забора, там можно убиться. Я даже не знаю, что там нам делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вообще мне кажется, что тут другого выхода не было, только так. Потому что там забор не был, сдувал именно туда. Хотя могу ошибаться. Настолько заброк, что у меня даже это плохо работает. Так, давай, подружка. Не бросай меня, что ж ты постоянно порываешься меня бросить? Что это такое? Совсем близко. Офигеть. Как это называется? Око бури. Мы в самом центре. Ох, твою мать. И посмотри, какой кошмар. Ничего, мы дойдем. Шарфов вообще не осталось. Тихо. Блин, это просто непередаваемо. Я не знаю. Ну, с одной стороны, конечно, понятно, что это плохо, да, для персонажа, но я просто восторгаюсь этой игрой. Я нигде еще такой реализации бури тоже не видел. Ни песка, ни бури. Это что-то просто невероятное. Так, держись, сейчас нас долбанет. Или нет? Ну, слава богу. Так, подружка, нам лучше поближе держаться. Мало ли чего. Ох, смотри, сил вообще нет. Ой, совсем тяжело стало идти. Давай, я за тебя подержусь. Ой, нелегко. Ты посмотри, с какой скоростью они идут. Давай, Фродо, иди. Давай, Фродо, ты сможешь. Натурально, да? Уже тяжесть ощущается всего этого путешествия. Уже ни снега, ничего, просто сил не осталось. Вы видите, да, какое у меня сильное пламя? О,
Давай, давай, давай. Давай, подружка, мы сможем. Давай. Почти дошли. Совсем чутка осталось. Весь этот огромный путь позади. Жаль, его не видно. Эй! Эй! Давай, дорогая, вставай. Чуть-чуть осталось дойти. Неужто погибла? Это что такое? Вашу мать! Ой, блин! Ой! Офигеть! Живая! Жива курилка. Надеюсь, наша подружка тоже все в порядке. Но сейчас нам не до нее, но у нас важная цель. Осталось совсем чуть-чуть. Так, все, вперед, не сворачивая. Дорогие, подзарядите меня маленько. Ой, блин, просто нет слов. Ярко. Все, почти уже, почти. Кит прилетел. Да, еще киты, это, конечно, круто. Так, мне нужно подзарядки, уважаемые. Спасибо вам. Так, я что-то маленько запутался. Куда вон туда надо? Короче, за зверьем надо лететь. Сейчас мы с китом вместе полетим. Спасибо, что подождали.
Но какая красота, ёлы-палы. Все, дошли, похоже. Просто невероятно красивая игра. Все-таки такие моменты подумаешь, да? Кому нужны эти технологии? GeForce, Radeon, там, новое железо. Главное — руки. Главное, как игра сделана. Технологии, конечно, всегда полезны, но не надо на них циклиться, как, скажем, Crytek. Ладно. Давайте посмотрим, что произойдет. Я уверен, игра нас не разочарует. Блин, это, по-моему, просто офигенно. Нет слов. Я думаю, вы сами для себя сложили картину о том, какая это игра. И, судя по комментариям к сериям, вам это доставляет примерно так же, как и мне. Натурально произведение искусства, шедевр. За эти три серии мы прошли очень большое расстояние. И все это время нам было интересно, весело, красиво. Спасибо вам за то, что вы все это время смотрели вместе со мной данное прохождение. Я очень рад, что я сделал его, и очень рад, чтобы оно понравилось вам, что вы проявили интерес к полному прохождению. Спасибо за интерес, короче говоря. Оставайтесь на канале. Будем проходить что-то еще. Ждем Silent Hill. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.
Это, похоже, те самые ребята, с которыми мы бегали. 4 человека, обалдеть. 5. 6. Офигеть. 7. О, сколько народу, да? 8. Это все были реальные люди. Я так и понимал, что они так себя ведут, потому что они как живые, а они, оказывается, и есть живые. Но я думал, конечно, что их никак не 8. Как бы там ни было, спасибо им за компанию. Вам еще раз спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока-пока-пока.